Привет! Сегодня я покажу небольшую распаковку изделий Tupperware из майского буклета специальных предложений. Так, с такими контейнерами мы уже знакомы. Такие, это уже в другом цвете, такой сиреневый, нежно-сиреневый. 350 миллилитров, 300 миллилитров. Здесь можно использовать его все, что угодно сюда можно налить или насыпать, и сметанку хранить, и салатик с собой взять. Очень удобный. У меня их несколько, все время все в ходу. Так, что еще? Так, вот такие контейнеры. Это для хранения салфеток. Удобно взять с собой, например, на пикник. Здесь такая крышечка открывается. Я не буду распечатывать, так как это я должна отправить. И отсюда можно вынуть салфеточку. Также в этот контейнер можно положить, если у вас маленький грудной ребенок, сюда положить там присыпочку, детский крем, салфеточку и взять, например, с собой в дорогу. Вот это очень удобный такой комплектик. Также можно маски во время пандемии здесь хранить. Так, что дальше? Так, что еще? Вот такие контейнеры называются солями. Вот такая емкость. Используется для хранения различных колбас, нарезочек, ветчинку, сосиски можно сюда положить. И закрывается. Можно вот так переносить, держать за крышку. Вот такая емкость. Здесь имеется такое немножечко вогнутое такое пространство, чтобы колбаска не падала и не засыхала. Все, накрыли, поставили в холодильник. Все. Так, так. Тоже закрывается. Можно так и так. Вот такая емкость для хранения колбаски. Так, распечатала я все-таки крышку. Вот от контейнера для хранения салфеток. Вот такой он. Миниатюрненький, его удобно с собой взять в дорогу, в коляску детскую, например, положить, если здесь что-то у вас какие-то детские принадлежности. Вот, вот так крышечка открывается, и отсюда можно взять салфеточку. Закрыли, все. Дома открыли и наложили сюда что угодно. Очень удобный. Даже можно и печенюшку какую-то ребеночку положить. Все. Вот такой очень удобный, красивый. Так, вот это называется кувшин Slim. Он на 2 литра. Так. Сюда так поставим. Для красоты. Здесь можно заваривать прохладительные напитки. Летом очень удобно. Здесь имеется мерная шкала. Крышечка. Так, закрываем. Такой клапан. Открываем, наливаем, закрываем, закрываем, ставим. Если, например, у вас такой компотик здесь с фруктами, чтобы фрукты не выскакивали в стаканчик и не застревали в этом клапане, имеется такое ситечко, специальная ситечко, которая вставляется сюда и наливаем. Все, ничего не попадает в стаканчик. Закрываем, убираем. Так, и вот самая главная такая емкость на 5,5 литров. Это я заказала себе для хранения картошки или большого количества, например, лука. Здесь очень хорошо это все хранится. Вот крышечка открывается. Залезли, взяли. Все. Надо там вам помыть. Крышечку открыли. Или просто даже эту емкость можно использовать для любых различных целей.
Все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока.